да, это я. Как я докатился до жизни такой? Что ж... Наверное, вы помните меня. А еще меня называли жук хитрожопый. Вот он, этот коварный тип гражданской наружности. Ну, а тут и праздну, но я все равно иду. Навстречу ветер и метель мне миту. Все дорог я выберу одну. И с каждым шагом набираю высоту. А вообще, меня зовут Макс. Я самый красивый на всей планете. Самый милый. А вот такой я был маленький. Кто это у нас тут такой хороший? А кто это у нас тут такой хороший? Ну, я. Сядь, пожалуйста, красиво, а то снимаю. Ага, спасибо большое. Ну-ка, улыбаемся. Так как я выгляжу? Ой! Боже мой, все люди как люди, а я все хорошею и хорошею. Что это вы на меня так смотрите? Ты ли? Чё ли? Я. Все, устя. Теперь можно пойти позрять. Сейчас меня покормят. От сосиски станет мне светлей. От сосиски настроение проснется. Поделись сосисочкой своей. И она к тебе в лотке еще вернется. Вода свежая. Вода свежая, только сейчас налью. Стакан мытый. Мам, я пришел с тобой серьезно поговорить. Ты помнишь, какую ты мне раньше рыбу покупала? Навага называлась. Прям отвага. Ну, у нее и вкус был, и настроение у меня были соответствующие. А теперь, как называется рыба, которую ты последний раз купила мне? Стыдно такое сказать. Путасу, втапок носу. Мам, не обижайся. Алиса. Алиса, кошка нагадила мимо молотка. Как думаешь, что с ней сделать? Воткни в нее вилку, а жене скажи, что она сама прыгнула. Завали эту блядь усатую, она за... Все. Всем пока! Ты че тут, а? Мне кажется, он меня не заметил.